А вы что, действительно профессор? Если угодно. В таком случае разрешите представиться. Я писатель, и меня, естественно, все почему-то зовут писатель. И о чем же вы пишете? Ой, о читателях. Да, очевидно, ни о чем другом и писать не стоит. Ну, конечно, писать вообще не стоит, ни о чем. И вы все время об этом думаете? Боже, сохрани. Я вообще редко думаю, мне это вредно.